Прочитаем с вами канон заболящих. Пресекаемое море, жезлом древля Израиль пройде, яко по пустыне и крестообразно яве предуготавливает стези. Всего ради поем во хвалении чудному Богу нашему, яко прославися. Милостиви, Господи, услыши молитву раб своих, молящихся Тебе. День печали, нашедший на ны, к Тебе, Христе, спаси преподающий, Твоей милости просим, облегчи болезнь рабов Твоих. Перечисляем имена. И из реки нам яко и сотнику, идися, здрав есть отрок твой. Мольбы и моления со вздыханием к тебе вопием, Сыне Божий, помилуй нас. Воздвигни содра лежащего, яко расслабленного словом. Возьми одр твой, глаголи отпущаются те грехи твои. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Твоего Христе образа подобию поклоняющиеся, верую целуем и болящим здравие просим. Подражающие кровоточивой, яко же подольца рис твоих коснуся, и исцеление недуга прият. И ныне присная во веки веков, пречистая Госпоже Богородица, всем известная помощница, не презри нас к тебе преподающей, моли, яко благая своего Сына и Бога нашего, дать и здравие болящим всем нашим. Перечисляем имена. Дотя с нами прославляет, и же от несущихся приведы словом, созидаемое, совершаемое Духом, Вседержителю Вышней и любви Твоей утверди меня. И же от тяжких болезней на земле повержен. Тебе, Христе, с нами вопиет, подашь здравие Телисееву. Яко же Иезекии, плакавшийся к Тебе, презри, Господи, на наше смирение и не помяни беззаконий наших, но веры ради болящего, яко прокаженного, словом исцели ему болезнь, да Твое, Христе Божие, славится имя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Церковь уже еси освятил, на то Христе не дашь поношения, но воздвигни невидимо недузи на одре лежащего. Имена перечисляем. В ней же молитесь, да не рекут неверные, где есть Бог их, и ныне пресной во веки веков. К твоему пречистому Богородице, образ руце воздеющего пием, услыши раб твоих, молитву, и спаси в болезни лежащих, да от болезни восстав, воздаст обеты, я же в печали глаголоща уста его. На одре греховнем лежащими, и страстьми уязвлена, и яко же воздвигал еси Петрову тещу, и спаси расслабливо, носимо на содром, так и ныне посети милостью болящих всех, кого мы поминаем. Понеси недуг рода нашего, тебе единого вема и терпеливо и милосердо, милостью врача душам и телесом, Христа Бога нашего, наводящий недуги и паки исцеляющий, подавающий прошение кающимся и согрешениях, единого милосердного и милостивого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, а с грешной плачуся на одре своем лежа, прощениями подашь. Христе Боже, и от болезни сия воздвигни мя, и яко же есмь от юности греха сотворил, избытиями сих молитвами Богородица даруй, и ныне пресная во веки веков, умилосердися и спаси мя, воздвигни мя от одра болезненного. Мощба моя во мне изнимал же, и весь нечаянием одержим есть. Мати Божией пречистой, исцели недугающий, люто, ты боеси помощница христианам.
положилась и к нам твердую любовь, Господи, единородного Твоего Сына, заны на смерть дал еси, тем же Тя зовем, благодаряще, слава силе Твоей, Господи. Уже отчаянно лютым недугом и к смерти приближившийся, возврати Христе на живот и дашь плачущим утеху. Да вся прославляем Твои святые чудеса. К Тебе, Творче, каемся в своих гресьях, яко не хощеще смерти грешничи, оживи, уздрави болящих. Да восстав, послужит Тебя, исповедуя с нами Твою благость. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, слезы моносиины, ниневитян, покаяние, Давидово исповедание, приим, вскоре спас еси, и наши молитвы ныне прими, дашь здравие болящим, ныне поминаемым, о них же Тя молим. И ныне присная во веки веков, подашь нам Твою милость, Госпожа, всегда на Тя надеющихся, и спроси здравие болящим, врачебней Твои руцы с предтечью Богородицы, ко Господу Богу простирающий. На земле невидимо явился еси, и человеком волею сожил еси непостижимый, и к Тебе, устреневающий, воспеваем Тя, человеколюбче. Щерь Иаирову, уже умершую, яко Бог оживил еси, и ныне возведи Христе Божий от врат смертных, болящих, ныне поминаемых, Ты бы еси путь и живот всем, сына вдовича оживил, спаси, и то и слезы, приложив на радость, спаси от недуга тлеющих рабов своих, да и наша скорбь и болезнь на радость приидет. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, огненную болезнь тещи Петрови, прикосновением Твоим исцелив, и ныне восстави болящих рабов Твоих. Да восстав, як и ионам, послужим Тя. И ныне присной во веки веков скорбные, смиренные, грешные, неимущие дерзновения к Тебе, пречистой Богоматери вопием, умоли Сына Своего Христа дать и болящим здравие телеси. Бездна последних грехов обыди мя, и исчезает дух мой, но простры, Владыка, высокую Твою мышцу, як и Петра мя управителю спаси. Бездну милосердия и милости имея, Христе Боже, услыши моление раб Твоих, Ты бы еси Петром Тавиф воскресил, Ты и ныне в болезни лежащих воздвигни, послушав церковных молитвенник. Врачу душам и телесем нашим, понеси недуги всего мира, Христе, и Енея Павлом исцеливай, Ты и ныне болящих исцели святых апостол молитвами. Слава Отцу и Сыну Святому Духу. Приложи Христе на радость рыдание недужним скорбящим, да Твою получивший милость, внидут в дом Твою с обетными дарми, славящий Тя в Троице единого Бога, и ныне присной во веки веков. Придите, друзья, поклонимся молящимся о болящих Божьей Матери. Таба имеет власть недужно исцелять и с обезминником вкупе духовным невидимым помазающее масло. Душу мою, Господи, в грехах всяческих, безместными деяниями расслабленному воздвигни, божественными своими человеколюбием, яко же и расслабленно воздвигла еси, древле, да зовути спасаем, щедрый Христе, дажми исцеление. И же руки свои горстью содержай концы, Иисусе Боже, и же Отцу собезначальный Духу Святому совладычествуй, яко плотью вил еси, недуги исцеляй, и страсти очистил еси, слепые просветил еси, и расслабленного Словом Божественным восставил еси, сего правоходящий сотворил, и одр повелел еси на раму взяти, тем же все с ним воспеваем и поем. Щедрый Христе, дажми исцеление.
прежде образу золотому, персидскому чтилищу отрадцы, не поклонившися, трие поющи посреди пищи, Отце Боже, благословен еси. О кресте пресвятый Христов, честное древо животное, тобою смерть погиби, и мертвый воскресаша, и ныне болящего, всех ныне поминаемых, исцели, оживи, яко же при Елене умершую девицу, долгую лютую болезнь и овлю нагноюще, и в червех того молящейся, словом исцелилась, Господи, и ныне же в церкви о болящем молим Тебя, яко благ исцели невидимо молитвами святых Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вся вема яко умрете нам есть, Тебе Богу так изволившу, но на малое время милостиве, здравия просим болящим, ныне поминаемых, примени от смерти на живот, дашь скорбящему теху. И ныне пресная во веки веков, пособствуй и помогай нашему сиротству Богородице, ты бы веси время и час, когда умолите Сына Своего Бога нашего, дайте болящим здравие и прощение от всех грех. Служите живому Богу, в Вавилоне отрадцы, претерпевши, о мусикийских органах не родиши, и посреди пламени стоящей боголепную песнь воспеваху, глаголище благословите вся дела Господня Господа. Милость покажи, Владыка, в болезни раба Твоего, и скоро исцели милости во Христе Божий, аще смерти не предашь судье, да ти покаяние воздаст. Сам бореклыйся, не хочу смерти грешниче, Господи, милостиво, Твоя преславная чудеса, да и до нас ныне достигнут. Бесы прожени, недуги погуби, раны исцели, болезни уврачуй, и потворы, и чародейства, и всякие язи избавены. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, запрети во Христе морским ветром, и страх ученик на радость приложивай, и ныне запрети тяжким болезням, труждающим раба Твоего, да все возвеселимся, хвалящие Тебя вовеки, и ныне присно и вовеки веков, избави Богородица от обышедших ны печалей, различных недуг, отравы же и чародейства, и бесовского мечтания, от навета злых человек, от напрасной смерти молимтеся. На Синайской горе видят Тебя в купине, Моисей, неопально огни божества, заченшую в чреве, Даниил же Тебя, видя гору несекомую, жезл прозябший, Исаия взывавший от корени Давидова, источниче жизни, подателю Христе милости, не отврати лица Твоего от нас, облегчи болезнь, утружденную болезнью, и воздвигни яко Фадеем Авгаря, да присно Тебе славится Отцем и Святым Духом, евангельскому верующи гласу Твоего, ищем обета Христе, просите боречей, даст вам тем и ныне предстоящим, молим Тебя, восстави содра здраво лютым, привержена недугом, да Тя с нами вкупе величает. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, мучимый недугом внутрь, невидимыми ранами, Тебе, Христе, с нами вопиет, не нам, Господи, не нас ради, все бы исполнены грехов, но матерними Твоими и предтечими молитвами дашь исцеление болящим, всем ныне поминаем, да Тя все возвеличим. И ныне пресная во веки веков, Божия Мать Пречистая, со всеми святыми призываем Тебя, с ангелами и архангелами, с пророки и патриархи, с апостолы, с преподобными и праведными. Молись о Христу Богу нашему, дайте здравие болящим всем, кого мы поминаем, да Тя все величаем. Боже сильный, милостью
строя вся на спасение роду человеческому, посети рабов своих сего, перечисляем имена, нарицающий имя Христа Твоего, исцели их от всякого недуга плотского, и отпусти грех, и греховные соблазны, и всякую напасть, и всякое нашествие, неприязненно далече сотвори от рабов Твоих, и воздвигни отодра греховную, и устрой их, освятую Твою Церковь, здравие, душой и телом, и делы добрыми славище со всеми людьми имя Христа Твоего. Яко Тебе славу воссылаем с обезначальным Ти Сыном и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи!